У нас большой уикенд, то, что называется, да. Завтра День независимости Канады. В среду, по-моему, если не ошибаюсь, День независимости Штатов. Вот, и, конечно, лучшее времяпрепровождение – это выбраться на природу. Вот, вопрос, как выбрать пиво, стоял передо мной недолго, потому что что главное? Главное – попасть в цвет, да, чтобы пиво было красного цвета, как лодка. Кроссовки, шорты. Собственно говоря, весь я такой красивый. Вот так вот выглядит поход на сосиски. Это Clear Pond, такой вот аккуратненький у нас, даже не озеро, наверное, да, а как Pond, это что у нас? Чуть не соображу перевод. Ну, в общем, зовем это озером, да, то есть вот это местечко, которое мы облюбовали. И сейчас мы там будем высаживаться и разбивать лагерь. Скорее всего, не будем кемпить пока, но будем грилить. Такой вот он туризм. Побольше комфорта, поменьше проблем. Я пришвартовался. И сейчас жду ребят, когда они подойдут. И помогут, собственно говоря, вытащить лодку на берег. Где вот мы благополучно оставили две пива, чтобы застолбить местечко, скажем так. Хотя людей сейчас тут нету, несмотря на то, что уикенд праздничный. Ну вот, видимо, люди поехали в более популярные места, коим наш Clear Pond не является, потому что он такой уединенный достаточно. Вот, тем не менее, приятное местечко. Большие толстые кусочки мяса. Скоро это все будет съедено. День номер два, воскресенье. Сегодня приехали в Tupper Lake. Это большое озеро красивое. Вот сейчас активно выгружаем лодки. И да, на воду. На воду. Вот туда. Финальные приготовления. И вон на те вот озера мы собираемся. На те вот острова. Наш board lounge виднеется вдалеке городочек Tupper Lake. Ребята уже погребли вперед, а я сейчас буду догонять. Вот такие у нас тут заросли травички. И мы уже подошли вплотную, почти, ну, близко, ладно, к одному из островов, на котором мы сейчас, скорее всего, и высадимся. Там будем жарить вкусняшки и отдыхать. Ух ты, там белые лилии. Ладно, сейчас, может, подойдем к ним.
немножко против солнца, но что ж поделать. Вот такие вот у нас тут каменистые островочки. Фух, и неимоверная жара. Но потому мы в воде. А вот и обещанные белые лилии. Вон вдалеке виднеются горы, наши любимые Адирондак. Вот тут вот на опушке сейчас будет костер. А пока... релакс. I think it's too big for mom anyways. They go after those little minnows. Хорошие машины, недорого. Каталась девочка. Не битые, не мятые. Вот. Это то, что называется дерби местное, да? То есть народ берет старые тачки, катается на них и крошит их просто в останки. Сейчас, надеюсь, подобраться поближе к этому действу. Какой красавец, да? Это вам не это. Не вот это. Ну, даже живой еще. Вот. А вот там, собственно, что-то происходит. Там потихоньку собираются участники. Вот. Что они будут делать, я пока не знаю. Но сейчас наберемся. Выстраиваются перед зрителями. Вот, и сейчас поход начнется экшен. Буду ждать вас в курсе. То есть они сейчас стартовали, разъезжаются. Только личная цель мне пока неизвестна, но скорее всего надо поступить друг друга. Типа последний, кто может выжить, двигаться, тот победил.
так вот происходит эвакуация машинок. Чувак просто бульдозером их поднимает и отвозит на поле, там, где их уже ремонтируют, хозяева приводят в чувство. Красота? Выхлоп наиболее эффективный, и мы видим все это подпертой кувалдочкой для рихтовки. Та-дам! А это, походу, новый участник готовится или просто греется. Чуваков. Они ходят в зимних этих ботинках и не парятся по этому поводу. Вот. У нас тут видны кубки, которые будут вручены победителям. Да, вот такое вот лето. Я напомню, что на улице градусов, наверное, 30 жары, если не больше. Порядка 100 по местным Фаренгейтам. Очередные 5 участников готовы к старту. И понеслась. Mm-hmm.
А вот наш дедушка, один из старых членов пожарной бригады Норвуда. Вот, вот так вот выглядит это, собственно говоря, поле пожарников. То есть люди приехали на машинах. Там вот чуть далеке находится Дебрикары, да. Вот тут такой импровизированный бассейн для детей. Там, собственно говоря, само поле для этого дерби. Вот тут небольшая мороженка, наливаечка, что такое. Отдыхающие в тени. Квадроциклы, как самые популярные способ передвижения в окрестности. И еще раз полюбуемся нашим стартраком. Олдтаймер, что переводится как старичок. Вот. Такой вот у нас старичок номер один. Тут в ангаре сосиски, хот-доги и всякая остальная вкусняшка. Вот. Ну, так вот происходит празднование 4 июля, то бишь Дня независимости. У нас деревня. Тепло, уютно, потому даже, даже сказать, жарко. Показательная выборка автопрома. То есть понятно, что все эти машины сюда приехали с одной целью привести любителей подобного вида спорта, но, как вы видите, только один седанчик. Вот это говорит о предпочтениях американцев в выборе транспорта. Ну что, дебри закончилось. Ну, не закончилось. Я уехал. И самое время на водичку, да, потому что жарко, хочется чего-то такого. Окунуться в свои телеса, окунуть свои телеса в воду. Вот. И потом я приехал на наш Норвуд Лейк. Такое вот милое у нас озерцо большое, красивое. Сейчас я тут запущу свою САП, поставлю ее на воду и пойду веселиться, отдыхать, да? Итак, прекрасные 3 часа на воде пролетели незаметно. Вот, я, пардон, в этот раз не снимал, потому что очень много купался, и брать с собой телефон неудобняк на самом деле, потому что постоянно ныряешь в воду. Он мокнет, а потом он начинает плохо работать, и глючить, и все такое. Поэтому в этот раз я ограничился. Мы ограничимся с вами видами с воды, точнее не с воды, а с пляжа. Вот, то есть, вот так вот. Вот можете представить, какой красивенный сейчас вид открывается с воды на берег. А все люди с семьями сидят в стульчиках, пьют пиво, жарят шашлыки, радуются жизни, отмечают 4 июля, День независимости Соединенных Штатов Америки. Вот, скоро будет фейерверк, куда я планирую отправиться, так что да. Давайте еще попробуем снять буквально от воды. Вуаля. Лепота. Поскольку купался, то прическа у меня стала лучше. Так что вот, давайте, всех с праздником. Надеюсь, скоро будет фейерверк, и вы его тоже увидите. По крайней мере, я планирую вам показать. See ya. Да, это красанция, там дамба. Потому тут, в принципе, надо быть осторожным. Вечереет, народ потихоньку разогревается самодельными фейерверками. А я вернулся обратно на поле, где еще вот потихоньку выгружают уцелевшие машинки. Вот, я, как обычно, со своим. Вот, сейчас я какой-нибудь бургер съем и займу местечко для просмотра фейерверка. В общем, как обычно, к тому моменту, когда достал телефон с камерой, салют уже закончился. Ну, тут настоящие салюты, которые идут, вот, люди балуются. По статистике, загрязнение воздуха увеличится порядка на 70% после 4 июля. Вот, а вот тут, вот если присмотреться, то видна установка для запуска салюта. Вот, да, она. Потом я занял такое вот местечко. О, вот это. Пристрелочные. Вот. И я себе организовал сейчас местечко, где я и планирую наблюдать за происходящим. С Днем независимости США. Да? Вот. Вот. Веселье и радость.
Как говорится, жизнь хороша, если пить не спеша. Да? Пока еще не стемнело, основной салют не стреляют. Но вот мы можем любоваться вот такими вот маленькими самопроизвольными домашними заготовками. Что прикольно, что кроме самого салюта видны вот эти вот облачка такие, да, черные, видите, от выстрелов, от взрывов, точнее, по сути. Вот, на фоне закатного неба, не знаю, правильно, да? Я уже звезды, видите, видны. Вот, и облачка очень прикольно смотрятся. Да, мы все еще ждем. Началось. То есть то, что стреляют в парке, мы еще видим. А вот наши. Она прям над головой. Лепота. С трех сторон.